Губернии в следующем году 100 лет, а прокуратуре в нынешнем 2017 – 95. Вот такой почти вековой путь, плечом к плечу. В пятницу сотрудники надзорного органа отмечали юбилей. Первый прокурор Иваново-Вознесенской губернии Иван Глазков приступил к работе 1 сентября 1922 года. Ему было всего 28 лет. И уже через 5 дней президиум губисполкома утвердил для молодого прокурора 7 помощников. Работать приходилось в тяжелейших условиях, а в 40-е прокуроры вместе со всей страной отправились на фронт. Десятки прокуроров ушли добровольцами в Красную армию. Многие записались в народное ополчение. Подвигами на фронте и самоотверженным трудом в тылу прокуроры Ивановской области защищали Родину, чем заслужили почет и уважение. Из 182 работников прокуратуры области по окончании войны 141 человек удостоен государственных наград и ряд из них посмертно. Сегодня прокуратура работает в тесном взаимодействии и с властью, и с гражданами. Без представителей надзорного органа не обходится ни одно принятие закона, ни одно судебное заседание. Эти люди в синих мундирах всегда на стороне справедливости и интересов простых граждан. Поздравил ведомство с праздником и губернатор Павел Коньков. На сегодняшний день я взаимодействием удовлетворен, потому что прокуратура сегодня и кадрово хорошо укомплектована, и поэтому все ее законные вмешательства в нарушение действий тех иных лиц, мы в них тоже заинтересованы, потому что, конечно, территория области должна быть территорией закона. В честь праздника особенно трудолюбивые сотрудники ведомства получили благодарственные письма. Елена Белова, Анатолий Логинов, РТВ Иваново.